Санаторий «Рассвет» вновь принимает у себя гостей. Отличники учебы, победители и призеры школьных олимпиад, творческих конкурсов, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего 80 школьников со всех районов Омской области готовятся к поездке на общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет 26 декабря в Кремлевском дворце. Целых 2 недели перед поездкой в Москву ребята в санатории. Специально для них подготовлена образовательная и лечебная программа. Ингаляции они все принимают, лечебную физкультуру, массаж по показаниям физиотерапии, ну и спортивные различные мероприятия проводятся на свежем воздухе, здесь же они учатся. Мне тут очень нравится, особенно мне нравятся процедуры, и воспитатель тут очень хороший и всегда делают как бы то, что мы хотим. В «Рассвете» очень хорошо, хорошие вожатые, танцы, развлечения, всякие викторины, игры. Здесь все как в детском лагере. С утра зарядка, обед по расписанию, игры, конкурсы и, конечно же, новые знакомства. Новогодний подарок от регионального министерства по делам молодежи в виде поездки на главную елку страны для каждого из этих ребят приятная неожиданность. Когда мне сказали, что я поеду на президентскую елку, я вообще подумал, что это просто шутка там, что надо мной пошутили. Конечно, я очень долго решала, что мне там надеть, еще что-то, но все-таки это не самое главное. Тут надо не то, чтобы там было какое-то самое модное платье, а чтобы оно тебе нравилось, потому что это должно быть приятно на кремлевской елке. Но не только крепкое здоровье, хорошее настроение и новогодние наряды понадобятся омским школьникам на кремлевской елке. Ответственная миссия представлять свой регион на ледовом катке Красной площади выпала в этом году мальчишкам и девчонкам из Омской области. Наших в Москве узнают по специально подготовленной форме. В СКК имени Блинова проходят тренировки. Уверенно и красиво держаться на льду – главная задача ребят. Помогают в обучении тренеры Омского клуба Ирины Родниной. Змеечка вперед! Или упражнение «Слава». В целом, вот тренер по первой тренировке отметил их неплохую подготовку, но каждую тренировку нагрузка увеличивается, детям показываются новые элементы, и они учатся, и они очень довольны, они ждут с нетерпением этих тренировок. Мне понравилось кататься. Нас научили там падать, что не просто упал, а нужно падать правильно. Я раньше каталась не прям вот что-то умела, а сейчас научилась. Тренировку юных хомячей посетил Александр Фабрициус. Перед поездкой министр спорта дал ребятам последние наставления. Хотел, чтобы вы все представляли, понимали, что вы представляете наш Омский регион, Омскую область, чтобы мы вами гордились, никаких, чтобы не было беспорядков, чтобы слушали наших преподавателей и воспитателей. Ну и после поездки привезли хорошие впечатления, фотографии. Несомненно, посещение кремлевской елки оставит в памяти ребят неизгладимые впечатления.